До нас сьогодні завітали гості, які будуть сьогодні презентувати першу філію болгарської кіношколи у нашому місті. До нас завітала Олена Шагай, директор першої філії болгарської кіношколи у Миколаєві, та Маріан Фролов, керівник болгарської кіношколи. Вітаємо вас. Доброе утро. Доброе утро. В первую очередь хотелось бы рассказать нашим телезрителям и узнать у вас о вашей школе в Софії. Значит, нашей школе создалось 2012 года в Софии по один проект. Проект назывался «Успех», который Министерство нашего образования создал по европейским деньгам. Этот проект просуществовал 3 года. Моя женщина-учительница, одна от этих школ, она собирала дети, и эти дети просто интересовались про кино, про актерское мастерство, но в один момент проект закончился, и мы решили эти дети продолжить. Эти дети пришли другие, и так стали 35 от 12 детей. И сделали 2015 года первую школу, потому что я имею больше от одной школы. Также хотелось бы узнать, вот сейчас открылся первый филиал в Украине вашей болгарской киношколы. Почему именно в городе Николаев, а не в каком-то другом из городов? На первом в Николаеве мы пришли 2017 года, участвовали в «Золотой ключик». Это фестиваль, в который я привел две нашим ребята, которые один от них получил золотую медаль от вас. А другое, потому что ваш город, мне кажется, что с кино они любят, и гостеприимный город за это искусство. И я что-то могу взять от их, и я могу дать их. Леночка, а вот у вас хотел бы сейчас узнать, как у директора Николаевского филиала, в чем особенность именно Николаевского филиала болгарской киношколы, и рассказать о детках, которые у вас уже есть. Да, так получилось, что мы познакомились именно на детском кинофестивале, который проходил в этом году на территории Николаевской области. Это было очень приятно, потому что много было представлено стран, и с Украины было самое большое количество деток. Так мы познакомились, и, в принципе, было очень много открыт всех направлений. Дети показывали художественное чтение, хореографию, вокал. Было много всего настолько, что нами предложили, посчитали, что, наверное, наш южный регион есть самым талантливым. И после того, как возникла эта идея, после того, как открыли эту школу, в принципе, нам просто надо было позвонить всем нашим друзьям, с которыми мы встречаемся на всех детских кинофестивалях, выступлениях, и просто сказать, что теперь мы работаем снова. И я бы сказала, что все друзья, все знакомые, конечно, у нас появляются новые детки, которые там что-то узнают, что-то могут нас даже научить чему-то. Как-то друзья, приятели, вот все, которые были на фестивалях, знакомые. Для того, чтобы стать участником вашей киношколы, деткам необходимо проходить какой-то серьезный кастинг или просто нужно хотеть и гореть желанием для того, чтобы заниматься у вас? Мне кажется, наша школа самая гуманная. Для того, чтобы стать учеником нашей школы, надо просто прийти и сказать: «Здравствуйте, вот меня зовут так-то, и я хочу быть учеником вашей школы». Даже если не может быть такого, что у ребенка нету таланта. В любом случае, как говорил один психолог, вы посмотрите, как ребенок умеет красиво молчать. И я считаю, что это тоже талант, но наши детки показывают такие результаты, то есть кто-то 2 занятия по рисованию нам потом выдают картины, кто-то там каких-то 2 занятий по актерскому, у нас уже постановки, то есть детки это, наши дети, это правда. Наша гордость, очень радует, что в Николаеве такие дети. Если николаевский филиал еще очень молодой, вы только открылись, то, я думаю, вы можете поделиться достижениями болгарской киношколы. Какие уже заслуги у ваших деток, какие победы? Значит, мы имеем много побед, но очень важной для нас наша визитка была на международном фестивале в Сопкамчи, где-то нам пригласили,
Там мы получили приз за один фильм, называется «Игру космету». Я быстро могу сказать, зачем идет речь. Девочка, которая закончила школу, стала бизнесменом. След время встречала свою учительницу. Учительница познаяла ее, она была паловой дети. Но когда разделялись, она поискала ее адрес. Она знала, что она была, потому что учительницы, они не получают много денег. И знала, что не могут ее мечту, можно, она сбыднет, а ее мечта была идет в Париже. Тогда, когда она дала адрес, по Новым годам она получила открытку со с билетом в свою почту, да, и это получается так, что этот фильм, который нам наградили, стал у нас в визитку не за другое, потому что дети сделали это, и они принесли это на другом очень серьезный фестиваль «Золотую розу». Но там идет художественный фильм «Наши дети возьмут «Золотую розу». Ваши детки? Да. Передали нам еще небольшой подарок, который хотелось бы сейчас презентовать нашим зрителям. Да. Лично вам. Лично вам. Это значок «Наш котик». Котик тоже от «Наши дети». Это наш логотипом, оригиналом. Я хочу дать вам, потому что оно сделано специально для школы украинской. Но хочу дать вам не за другое, потому что дети сказали дать вам. Дети передали личный привет вам. Да, да. Очень оно приятно. Оно сделано, да. Я могу сказать что-то от кухни. Мы начинаем от маленьких детей, которые 6-8 летные. Такие дети в Болгарии не занимаются со кино и не веруют в кино. Наше министерство, я два раза пришел с такие дети, тогда уверились. Но дети, оно 6-летное, оно боравится с фотошопом. Это Adobe Photoshop. Очень серьезная программа. Оно на 6 лет сейчас. А смотрите, через 5 лет, что будет делаться с 3D программ. Как Maya, как 3D Max, как Houdini и так далее. Кроме наши учителя, которые мы работают у нас, они от профессиональной школы по кинематографству НАТФИС, так называется в Болгарии, школа большая, ВИТИС, и там они, когда пройдет и видит таланта его дети, они снимают. Все дети делают фильм художественный, ходят по конкурсам и так далее, получают награды, но это не важно награды, а важно, что имеет желание. А будущее во в дети, потому что кино очень хорошее искусство. Кроме того, что ваши ученики, ваши детки могут действительно работать в графических редакторах, они действительно не по возрасту своему сейчас понимают. Какая еще у вас программа обучения, чему еще вы обучаете деток? Мы все не скажем от кухню, но откроем дверь на Пловдивскую школу. Мы там анимацию занимаемся, потому что дети там идет только, который можно рисовать. И они работают с программой, идет по фестивалю, получают награды, да, и грамоты. Но эти дети, которые рисуют, они будут будущие художники в кино. И зато я думаю, что будущее имеет кино. В Болгарию говорю и по миру. Спасибо большое, что действительно, помимо того, что в Болгарии вы помогаете деткам приобщиться к киноискусству, сейчас вы даете эту возможность еще и николаевским деткам. Да, я хочу что-то сказать. Николаевцы все, кто пройдет в школу и увидит, как работают учителя николаевской школы, можно записать, обратиться к МИО и так далее. Но мы хотим и в Киеве сделать такой филиал. После Николаева. После Николаева, после Одесса будем тоже. Нам говорили, что кино надо развиваться. И мы делаем это в мире.
Спасибо вам большое, что сегодня уделили нам время, вашей школе, вашим деткам. Желаем только вдохновения, успехов. Я думаю, что совсем скоро в Николаеве может открыться свой Голливуд благодаря такой киношколе. Попробуем. Да, будем надеяться. Надеемся. Спасибо вам большое.